Нанотехнологии предлагают вам простое решение сложных и трудоемких проблем. Обработанные наносоставами поверхности приобретают такие качества, как длительная защита от грязи и влаги, сияние и блеск, устойчивость к появлению царапин, способность к свободному пропусканию воздуха. Необработанная тканевая обивка салона автомобиля беззащитна перед мельчайшими загрязнениями. Защитите обивку и тканевые поверхности салона вашего автомобиля с помощью профессионального защитного нанопокрытия. Жидкости будут скатываться с поверхности, не проникая внутрь ткани. После обработки ткань сохраняет дышащую способность, первозданный цвет и получает надежную защиту от загрязнений. Эти необычные свойства находят применение во всех сферах, в том числе и в сфере ухода за автомобилем. Чистое стекло в процессе эксплуатации автомобиля, особенно в экстремальных условиях, надежная гарантия безопасности. Обеспечьте отличную видимость в любых условиях с помощью покрытия для автостекла. После процедуры обработки и образования наноструктур на молекулярном и надмолекулярном уровнях вода будет соскальзывать с лобового стекла вашего автомобиля, унося за собой частички грязи. При этом полимерная наноматрица устойчива к стиранию и надежно защищает стекло на длительный срок до 1 года. Обработанные нанозащитным покрытием автостекла автомобиля приобретают дополнительные качества. Улучшают видимость во время дождя и в темное время суток за счет эффекта самоочищения. Капли воды, скатываясь, забирают с собой и частички грязи. Повышают безопасность вождения за счет улучшения видимости, а это ваша безопасность. Явное сокращение времени реакции. Тормозной путь сокращается из-за быстрой реакции на 28 метров при скорости 100 км в час. Устраняют слепящий эффект от встречного транспорта. Снижают нагрузку на стеклоочистители, продлевая их срок службы и уменьшают расход стеклоомывающей жидкости. Итак, вы получаете принципиально лучшую видимость в дождь и ночное время суток. Реже нуждаетесь в интенсивной работе стеклоочистителей, а свет от идущих по встречной полосе машин не дает слепящих бликов. После обработки стекла вашего автомобиля становятся устойчивыми к агрессивным воздействиям окружающей среды. Стекла, обработанные наносоставом, лучше очищаются от налипших останков насекомых, инея и льда.